29 мая в Московском городском гольф-клубе прошла пресс-конференция, посвященная проведению турнира по гольфу на Кубок мэра Москвы. В роли организаторов выступили правительство Москвы, Департамент физической культуры и спорта города Москвы и Московская федерация развития гольфа. Кубок мэра набирает свои обороты, и в этом году уже у нас большее количество участников, и организация, и все уже соответствует хорошему международному уровню. Я думаю, что постепенно этот турнир дойдет в том числе и до международного календаря. Кубок мэра Москвы по гольфу проводится уже 4 года. За это время развитие этого вида спорта необычайно ускорилось. Строится и проектируется 8 новых гольф-объектов, а 4 уже запущены и пользуются все большей популярностью. Но это только начало. Сегодня мы уже пришли к единому мнению о том, что мы будем создавать специализированную детско-юношескую школу именно по гольфу. Для этого все у нас есть, мы к этому готовы, и я думаю, что уверен, что в этом году мы эту процедуру доведем до конца, и школа будет создана. А это расширит еще более возможности развития самого вида спорта. При сохранившихся отделениях это даст возможность нам еще больше развивать вид спорта. С каждым годом расширяется география проведения турнира. Не так давно он представлял собой лишь региональное спортивное мероприятие, но сейчас это авторитетное международное соревнование. Альберт Дюран неоднократно принимал участие в турнире и очень доволен. В прошлом году я играл на этом поле. В этом году мы будем играть турнир на поле клуба Пестово. 9 комнат я уже прошел, мне очень понравилось, и спасибо за возможность сыграть в этом клубе тоже. Главную цель турнира Михаил Степанян определил так. Мы воспринимаем сам Кубок мэра прежде всего как в большей степени пропаганда этого вида спорта для москвичей, чтобы юные москвичи, увидев и оценив во всяком случае все прелести такого вида спорта, как гольф, заставили своих родителей выйти из дома и отвезти их в специализированную детскую муниципальную школу, чтобы их дети с этим спортом шли по жизни, и это будет, мне кажется, очень правильно. Мы уверены, что все задачи, которые ставят перед собой организаторы, будут реализованы. И в скором будущем гольф уже не будет для москвичей экзотическим видом спорта.